touch water then swim. No swim without touching water. Что делать, если у вас случилось ранение в ходе экспедиции? Я пользуюсь сандовик. И все мы, наша группа, пользуемся сандовик. У каждого есть упаковочка сандовик. Стоит это удовольствие достаточно недорого, 700 рублей такая пачка, в ней непонятно, в ней где-то 12-10 пластырей. Мы прям получаем это от медицинской компании, никто ни на чем не наваривается, исходная стоимость вот как есть 700 рублей, так и есть. Помогает от любых видов ран. Вот я только что под этим мостом купался. Обычная ситуация, нырнул, выплыл крокодил, отрезал мне вот так ногу, два пальца, вот так прям. Вот, пожалуйста, на пластырь, посадил обратно, сейчас старым пластырем вот так схвачу, и все, и дальше поедем. Я рак ей вылечил. Рак вылечил. Ей. С зонтовиком? Рак чего? Селезенки. Алексей посоветовал. Наносим сейчас сантовичок перпендикулярно первому сантовичку. Все, теперь можно поверх надевать носочек. И вперед. Вот, пожалуйста, кровавые бинты, чтобы все видели, что крокодил. Это не какая-то выдумка. Вон он еще плывет. Вон он. Раз. Ничего. Мы против природы ничего не имеем. Все твари божьи. Все твари божьи.